Дорогие друзья, сегодня рано утром к нам поступила печальная новость. Мало кто уверит в это, но мы все-таки об этом сейчас мы вам расскажем. Вчера вечером в центре Москвы был избит известный российский певец и музыкант Денис Майданов. Это произошло прямо после концерта, на котором он выступал. На данный момент сотрудники полиции уже возбудили уголовное дело. Денис Майданов с тяжкими телесными повреждениями находится в больнице номер 22 города Москвы. Кто избил артиста, сейчас выясняют сотрудники полиции. Мы будем следить за всей этой ситуацией, друзья. Мы обязательно предоставим вам подробности того, кто был виноват в данном преступлении. Оставайтесь с нами, подписывайтесь, друзья, на наш канал. Не забывайте, что только мы рассказываем всю правду о звездах шоу-бизнеса России. Другие каналы сообщают только фейковые новости. Только у нас одна правда. До скорой встречи. Будьте всегда рядом, друзья, на нашем YouTube-канале.